Чебоксары очистят от так называемого визуального мусора. До конца этого года речь про хаотичную наружную рекламу. Войну визуальному мусору по всей стране объявили в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды. В конце ноября 2017 года чебоксарские депутаты приняли новые правила благоустройства города, где прописаны все требования к вывескам, щитам, бегущим строкам и другим видам рекламных конструкций. Также в правилах отмечено, какие из них разрешены либо запрещены на исторических улицах столицы республики. Историческая улица – это улица, застройка которой состоит преимущественно из зданий, построенных до 1956 года, и требующие особо бережного подхода. Типовая улица – это улица с преобладанием современной застройки, для которой применимы более гибкие правила по отношению к оформлению фасадов. Мы ездим по центральным улицам Москвы, Казани, других крупных городов. Видим, в каком состоянии вывески, как они выглядят. Когда приезжаем сюда, у нас возникают вопросы, почему в нашем городе не так. Мы планируем в течение года навести здесь порядок, но это будет требовать и затрат, и предприниматели должны быть к этому готовы. В среднем замена крупной рекламной конструкции стоит от 30 до 100 тысяч рублей, отметили специалисты. Так что Алексей Ладыков призвал вести с их владельцами разъяснительную работу, а не штрафовать сразу за отказ их демонтировать. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Сергей Адушкин. Республика.